Будем ремонтировать на крыше некоторые элементы. Вот такая вот лестница у нас появилась. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. О! Теперь надо по ней ходить туда-сюда. Вот так вот. Комплексная обслуживание крыши. Падать не хочется. Поэтому страхуемся. Ники, он жарко. Всю воду выпила. Но скоро на озеро поедем купаться, не переживай. О, водички попей. В работе на кровле самое главное это подготовиться хорошо. Летать-то никто из нас не умеет. Пу-пу-пу-пу. А этого Карлсона не пригласишь. У нас же дроны сейчас запрещены. О! О, это наш аист. О, молодежь там тусовку устроила. Что-то там едят, видно, принес папа или мама. Только задницы торчали. Здорово, ребята. Один наелся, что ли? Не, это старший. Улетел. Вот такие они веселые тут ребята. Один наблюдает. Только задница торчит. Надо аккуратно ходить, а то они тут. О! О, что наделали под низом. Все закакали. Ага, смотрит. Клюв черный, значит, это молодой. И воробьи там тоже. Ну вот как-то так. Сейчас я на крышу полезу. Парня в горы тяни. Возьми, не бросай одного, его будет в связке с тобой, с одной, там поймешь, кто такой. Ну вот как-то так наверху. Прикольно, я бы сказал. Даже. О, привет, птицы. Вам-то хорошо, вы летать умеете. Я-то не умею. Надо еще закрепиться до достигнутой позиции. Вот такие у нас тут дела веселые. Поправил я трохи конек. Надо будет еще раз, уже лестница стоит, заняться. Вот эта вот крыша очень старая, шиферная. Но она старая, но как-то она не это самое. Пока не сдается. Сидим мы вот так на крыше и размышляем. Здорово, птица. Что нам еще тут попутно с этим коньком сделать? Чтобы уже 20 раз потом не переставлять эти лестницы. Лестницы. Летать-то мы не умеем. Скажи, птица, она недовольна, по-моему, что я вторгся в ее жизненное пространство, оба исчезла. А может, ей и все равно. Интересно понаблюдать сверху, давно я тут не был, 2 года. А когда-то регулярно лазил. Тут у меня было гнездо, потому что телефон принимал только там.
иначе было невозможно. Ну вот как-то так вот у нас получается. А на крыше ничего, между прочим. Я бы даже сказал, интересно. Ближе к облакам можно рассмотреть дерево не только снизу. Ну вот как-то так. Опа! Сам поймешь, кто такой. Парни в горы тяни. Вот так. Идем.